Эпизод 6. Операция «Небывалые высоты». Уровень 5. Боевая машина. Ситуация. Наземная фаза войны началась. 9:20 по местному времени ливийские войска в составе двух бронетанковых колонн вторглись на территорию Алжира. Их силы нельзя назвать огромными, однако подобная акция наверняка дестабилизирует обстановку в регионе. К тому же даже эти части могут захватить столицу. Ожидается, что в скором времени к силам вторжения присоединятся новые части. Войска противника стремительно продвигаются вглубь территории. Судя по всему, они используют современные системы связи, чтобы координировать свои действия. Если нам удастся вывести из строя их центр связи, уничтожив машину командования, мы лишим их возможности эффективно вести военные действия. Грифоны должны помочь нашим наземным частям найти и уничтожить машину командования, после чего заняться истреблением двух бронетанковых колонн. Если нам удастся это сделать, то война может закончиться даже как следует начавшись. Цели миссии. 1. Уничтожить командный центр. Противник переместил командный центр в тыл атакующих частей. Уничтожьте его, чтобы лишить его возможности координировать боевые действия. 2. Поддержать огнем наземные дружественные силы. Нашим частям потребуется ваша помощь в деле уничтожения двух бронетанковых колонн, пересекших границу. Вам разрешается уничтожать любые объекты противника. Вот это последняя вообще финальная миссия игры. Как, по сути, тоже нужно защищать, как бы будет базу. Как будто ливийцы вторглись. Ну, в общем, будем смотреть ролик. Грифон, взлет разрешай. Есть. Все, что у них есть, движется с севера. Грифоны, уничтожьте машины командования, лишите их связь. Принято. Давай повеселимся. Техника противника, горб, техника командования. Грифон 2-6. Говорит разведка. Противник объединил войска в две группы. Один отряд бронетехники к северу. Двигается от гор. Второй на северо-западе по дороге. Пополнение боекомплекта завершено. Расходим 2-6. Следуем за вами и атакуем. Шасси убраны. Здесь настоящая мясорубка! Не жалко нас, телефон! Слышу вас, Гамма, держитесь. До хера техники. А к запасных аэродромов больше нет. Моя. Близко-то не надо приближаться. Собьют. Зенитная машина. Идти восстанавливаться. Сейчас собьют. Створки отсека закрыты. Шасси. Это долбанный аэродром-то, блять. Я не вижу, где аэродром-то. Вот здесь, наверное, должен быть. Блять, где они площадки-то? Ну вот. Садимся. Пополнение боекомплекта. Ремонт завершен. Завершен. Шасси. Пока ни одна цель не выполнена. Тупо идти. Вертушки врага. Северная колонна уничтожена. Северная колонна уничтожена. Уже. Продолжайте намеченное движение. Готово. Так. Валить оттуда. Первый объект уничтожен. Наблюдаем активность в других районах. Так, все, давай садись сюда. Здесь запасной аэродром. Выпущены. Так. Пополнение боекомплекта. Ремонт. Техника противника вытеснена в гор.
точка 2, ну надо лететь. Шасси. Все, готов, козел. Доигрался. Доигрался. Стреляют. Точки 3 там что-то находится. Опираясь вот на этот запасной аэродромчик. Так, хорошо. Ну, давай-ка сюда. Стрелки ракеты открыты. Так. Парника поди уж сбили. Там танки, кажется, едут. Надо вот ту машину сбить, которая на горах стоит. Тунгуска там, кажется, идет. Все, надо, блять, валить. Определили. Шасси. Давай скорее. Шасси выпущены. Так. Пополнение боекомплекта. Ремонт завершено. Завершен. Шасси пока только выпущены. Так. Шасси убраны. Первую задачу пока выполнили такое. Блять, где это? Ты сука, где ты? Тут работы достаточно, Кобра. Вот, понял! Отлично, с наземными целями разобрались. Займемся поиском стройки мобильного отсека, командного центра. Ну что там, что-то сделано. Выпущены. Сади машину. Так, бронетехника противника неподалеку от прохода уничтожена. Пополнение боекомплекта. Командование противника уничтожено. Завершено. То есть в точке 3, в точке 2 находилась... Техника гор, с гор в точке 3 от прохода. Еще командование надо где-то искать. Кто-то летит. Шасси выпущено. Шасси. Во, авиацию вызвали. Херачит авиация. Будешь там лететь? Или вон там вражеский КСК. О! Между этими точками находится маленькая ложбина. Ну надо аккуратней. Уничтожили. Надо валить оттуда. Бля, сейчас уничтожат. Наблюдаем за пехотой противника. Укрываются за зданиями. Надо срочно восстанавливаться. Шасси выпущены. В общем, между точками 2 и 3 командный центр находится. Пополнение боекомплекта. Ремонт завершено. Завершен. Валим. Шасси убрано. Блять, вертуха. Готово. Готово. Боевики. В руинах боевики. Маяк. А ну там точка 4 еще какая-то есть. Блять, сука. Подожди. Боевики. Надо обрабатывать. Боевики-то тут есть? Да, пробудать их. Так, все, наверное, чисто. Начистили.
Блять, там эти тунгуски херачат. Ну давай, короче, подвосстановимся, а то что-то как-то палёно туда летает. Створки отсека открыты. Створки отсека закрыты. Шасси выпущены. Финальная пополнение карта боекомплекта. Ремонт завершено. Завершён. Пополнение боекомплекта завершено. Убраны. Давай вперед. Атаковать точку 4, командный центр. Блять, тут еще надо прократься к нему. Подожди. Вырубать потихоньку технику, которая там есть. Красьте туда. На цели. Ну да, боевики в долине уничтожены. Где была точка 2. Так, надо прокрасться, посмотреть. Палатки. Палатки уничтожаем. А что тут творится-то? Смотри, тут кроме палаток больше ничего нет. Вся техника уже сгорела. Все, палаткам кирдык. Так, ну давай. Вот БРДМчики горевшие. Подожди, там кто-то есть. Тихо. Грифон 2-6 говорит. А, все, капец. Штаб противника уничтожен. Мы получаем сведения о горящих машинах. Грифон 6 говорит разведка. Похоже, Грифон 2-6 разобрался с последним из них. Все противники нейтрализованы или отступили. Конец. Понял, разведка. Грифон 2-6, можете выходить из боя. Возвращаемся домой. Ну чё, по сути тут схематичная карта. Особо ничего сложного не было. Надо, в общем, с базового аэродрома взлетать. Вначале в точке 2 расправиться с техникой. Там между рядом есть запасной аэродром. Чуть левее. Потом в точке 3 разгромить технику. Потом боевиков. Руинок 2. И в точке 4... долину разгромить, где тоже техника была. Так вот была последняя карта в игре. Цели 24 из 39, 3260 очков. Уничтожен объект противника 3-4 из 61, 2640 очков. Уничтожен дружественный объект по нулям. Премия 3 из 3, 3000 очков. Результат 8900 очков. Такая вот была финальная карта. И сразу же идут титры. Ведущие программисты Дэйви Саймон, программисты Фриман, Гриффит, Кинг, Маэстро, Сандрин, Кейси. Команда Новый Ворлд, Милота, Макгрегор, Рэдклифф, Ван Вигель, Тирлок. Оригинальная идея, Фриман, Гарсия. Исполнительный продюсер, Гарсия. Продюсер, Эхард. Помощник продюсера, Модела Вега, ассистент режиссера Уоки младший, второй ассистент режиссера Кампа, технический руководитель Бутрович, ассистенты руководителя Сихольцер, художественный руководитель Раст, ведущий художник Тамбурина, художники Адам, Бомбина, Брофи, Дели, Демерс, Георгеску, Кейнс, Хьюстон, Маршки, Монро, Паронг, Реджестер, Тамбурина, Тандотал. Актеры видеомонтажа Мак Логлин, Петерсон в курсе. Менеджер дизайна миссии Касилос. Ведущий дизайнер миссии Макнелли. Дизайнер миссии Алехандри, Бекиян, Дендер. Дополнительный дизайн Брофи, Дели, Хьюсон, Тандотал. Звукорежиссер Хейс. Эффекты и диалоги Фокс, Ковац, Уоткинс, Эдриан, Валье. Музыка Кенти, Кашияма, Люсера, Перди, Чизи, ассистент звукорежиссера Хьюар, Джонсон, Шенс, Вилла, Лалобос. Технология Motion Capture обеспечена House of Movies, Лос-Анджелес, Калифорния, исполнитель директор Туре Том Дольс, исполнитель продюсер по технологиям Кэт Филлипс, старший помощник House Теодор
Уиллос, помощник по техам Макмюллен, руководитель производства Галачи, режиссер Скендон, ведущий художник Оу, художник МС Оча, менеджер по продажам маркетинг Петри, Пола, Кребан, Ботчина, маркетинг Альшан, Фирли, связи с общественностью Дэвис, Кларк, продажи Буахин, Юг, дизайн упаковки Жижар Дом, Магами, Карл, НДЦ6, дизайнер, руководство пользователя Иоанн Адольф, автор руководства пользователя Райан, веб-дизайнер Боллингер, руководитель производства Пайфер, Лучиана, контроль качества Киер, ведущий тестер Келли, тестеры Букасян, Хансен, Харлин, Хименес, Мердокс, Манзана, техническое обеспечение Кроник, Ботсфорд. Особая благодарность Джон Брукс, Брутрович, Бенаян, Донахью, Гэлоси, Хэттон, Харли, Лоуру, Луисон, Макдермот, Ми, Миллиган, Робинсон, Сет, Саускарт, Томас, Боинг, Сикорский, Орбик, Хеликоптер, Инк, Национальная гвардия Аризона, аэропорт Лос-Анджелес, береговой окраине США, воздушном подразделении округа Вентура, вертолетная компания, пожарный департамент Лос-Анджелес, участку Лос-Хиллс, округа Лос-Анджелес, руководитель производства Пайфер, Лучиано, Сноубалик, Интерактив Россия, перевозчики Назаров, Власенко, редакторы Власенко, Климов, графика Колбасников, Савинов, озвучание Быков, Викров, Гребенщикова, Назаров, Никонов, Никонова, Сазонтьев, Чанишвили, Ярослав, подбор актеров, Розенберг, Фокс, звукорежиссер Климов, помощники звукорежиссера Трухан, Жевлакова, Назаров, программисты локализации Юрий Череповский, Стрелин, Златко, Власенко, Череповский, Здоров, Верска, Климов, русский сайт, Жевлаков, пропаганда Климов, технический продюсер Череповский, исполнительный продюсер Климов, генеральный продюсер Климов, Тэнкс, Тодд, Джон Бутрович, Формекен, Крусиан, Версион, Пассиби, фирма 1С Россия, продюсеры Мирошников, Гурин, использован технология Bing Video Conferring 97-2001 года, Red Game Toolsync. Вот таким образом титры прошли, это конец игры. Сказки, как говорится, больше уже не будет. Все. Здесь хранятся пройденные, а также созданные вами и другими игроками миссии. Архив. Вот все эти карты, которые я прошел. Ну, давай прочитаем. Команч 101, Тихий Омут, Вторжение, Скорость убивает, Свалка, Спасение, Зона терминалов, Коготь Орла, Ничто не забыто, Логово Льва, Контакт, Красный Хорек, Ледяное Безмолвие, Погоня, Шах и Мат, Небесная Ловушка, Серебряный Кулак, Ищейка, Боевой Клич, Ранняя Пташка, Корона Императора, Казмат, Обратный Отчет, Падший Ангел, Полное Погружение, Пляж, Опасный Поворот, Фаланга, Огненный Дождь, Хрустальный Глаз и Боевая Машина. Вот это все пройденные карты, можно по отдельности проигрывать. Я, по сути, как бы, как это сказать, коллекция карт. Цель вот этой игры, по сути, открыть вот коллекцию карт. Но новых мог бы какие-то сделать эксклюзивные карты за прохождение, но, к сожалению, ничего такого тут нет. Ну вот, короче говоря, посмотрим, что я тут получил. Статистика игрока Джона. Операции. Миссии выполнены 31, очки 217706, задание 76107, дружные цели 267 из 326, наземные цели 862-1724. Дружественная цель 374. А где же звание? Звания почему-то никакого нету. Ну вот тут. А по всем компаниям, да, тоже даются вот эти задачи, но почему-то нет звания.
бог с ним. Ну, таким образом, вот эта вся игра пройдена. Несколько карт было очень сложных. Ну, а так, в целом, пройти все можно. Тоже, конечно, на это время надо. 2001 год, но по графике все вполне, в принципе, нормально. Вот такая была игра, вертолетная миссия. У него, конечно, есть и более старые камачи. Ну, там, наверное, хуже графика. Тоже можно, конечно, смотреть. Переведена, кажется, вот столько это. Так что вот такая была игра.